Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим какао в мультиварке – любимый детский напиток. Для приготовления нам потребуется 1 литр молока, 60 грамм сахарного песка, при желании сахара можно взять побольше, 80 грамм какао-порошка и при желании добавить ванилин. В холодном молоке какао плохо растворяется, поэтому смешиваем сахар, какао и добавляем часть молока. Ну, примерно 100-200 миллилитров. Теперь необходимо все перемешать с помощью миксера или погружного блендера, чтобы не было комочков. Хорошо смешиваем какао, сахар и молоко. Не прошло и минуты, вот такая однородная смесь получилась. Какао лучше брать обычное, российское, то есть не Несквик, без добавления лишних добавок, сахара. Теперь в эту смесь добавляем оставшееся молоко, еще раз все перемешиваем и выливаем в чашу мультиварки. Переливаем всю смесь в чашу мультиварки. На всякий случай, чтобы молоко во время приготовления не сбежало, устанавливаем корзину пароварки. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме каша. У кого-то это молочная каша. Добавлю время. Нам необходимо 40 минут. При необходимости отключаем перемешивание и нажимаем старт. Через 40 минут какао будет готово. Прошло 40 минут. Как вы видите, при варке какао поднималось, но внутренняя чаша осталась чистой, благодаря тому, что мы положили корзину пароварки. Убираем и какао процеживаем. Итак, какао я перемешала, сейчас процежу и можно подавать на стол. Из данного количества получается примерно 500-600 мл какао готового. Вот эта вот кашица, которая осталась после того, как я процедила какао, я ее не выкидываю и варю на второй раз. Добавляю уже пол-литра молока и снова вывариваю. Но вывариваю уже минут 15, потому что какао с сахаром, они уже готовы. Ну что, вот это у меня вторая часть какао, которую я доваривала на оставшемся сгустке какао с сахаром. Получается точно такой же наваристый, насыщенный. Варила я уже на тушении, буквально 20 минут. Объем у меня не уменьшился. Добавила 500 мл молока, 500 мл какао получила. По вкусу оно точно такое же, насыщенное. Самое главное, очень вкусное. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем до новых встреч!